выбрались. Почему я всегда говорю выбрались? Мы приехали на пляж в Березовскую рощу. Не Березовскую, а Березовый юг. Березовый. Заново, девочки, лохушки. Так, давай. Привет, привет. Мы с ручками плохо. Мы с девчушками. Объясни, это выбрались уже. Заново, что ли? Мы приехали в Березовую рощу на пляж. У нас здесь классная погода. Наташ, проэкскурсируй немного наших зрителей, где у нас тут через озеро. Ну, развернуть нашу селфи-палку. Вам не мешает? Посмотрите, какая она здесь красивая. Наташа, мне просто сейчас поносит. Сейчас мы будем пытаться сделать селфи в Инстаграм, потому что с детьми это явно проблематично. Покушали суши, попили чай. Да, Наталья из Европы привезла швейцарскую шоколадку. Мы уже все это умяли. Потом будем отрабатывать в зале. Ня! Ребят, привет! Мы снова на пляже, но уже на нашем центральном. Там у нас Маркуша спит, Олежка с папкой пока в теньке. Давайте немножко вам покажу, как у нас здесь. Мы где-то здесь с краешку. Я еще не купалась, не знаю, как вода. Может быть, прогреюсь, когда немного искупнусь. Всем привет-привет! Маркушек, скажи всем привет! Нас покусали комарики. Мы сейчас гуляем. Посмотрите, какая у нас здесь красота. Там у нас свияга. Хочу зайти в Lady Collection. Давненько я там не была, не присматривала себе никакой бижутерии летних новинок. Посмотрим, что там у нас будет. Если будет какой-нибудь уловчик, то обязательно, конечно же, вам покажу. С волосами я сегодня ничего не делала, поэтому у меня все не очень-то как-то красиво. У нас лето решило взять отпуск. Где-то, наверное, уже второй или третий день. Вот такая пасмурная погода, но зато свежо. Нам постоянно вечно не угодить, хотя я обычно не жалуюсь на погоду. Я вообще люблю жару. Для меня лучше 30 градусов жары, чем зима, холода, слякоть. Но вот такая прохладная погодка тоже очень даже неплохая. В воскресенье мы ездили на пляж. Я хотя бы чуть-чуть немножечко подзагорела, а то была совсем белая поганка. Кстати, здесь вот у нас был зоопарк, я в него так и не ходила, не знаю, мне почему-то всегда жалко этих зверей бедных. Даже когда в дельфинарии мы ходим, то все равно в какой-то степени мне жалко, как они живут, как они работают постоянно, бедненькие, вместо того, чтобы наслаждаться там своей полноценной жизнью. Вот сейчас мы поднимемся здесь, мне нужна вторая рука, а то у нас здесь вот такая горка неудобная. Мы выдвигаемся с Маркушей. Он у меня молодец, стойко, хорошо себя вел в магазине, даже не баловался. Сейчас я покажу вам колесо, обозрение. Меня эта железяка пугает даже немного. Честно говоря, нет желания прокатиться на ней, посмотреть, что за вид у нас. Но оно огромное, да? Ну, не знаю, может быть, как-нибудь решусь, но даже, честно говоря, как-то гулять уже здесь стало не так безопасно, как раньше казалось, потому что вдруг, мало ли что, мало не покажется никому. Но, конечно, будем надеяться, что все будет нормально. Погода у нас немножечко разгулялась. Видите, наша река. Нагуляла я уже аппетит, сготовлю тушеную капусту с мясом. А что у вас будет на обед? Хотя нет, я, наверное, доем свою гречневую кашу с мясом, забью туда яичко, а потом уже начну готовить. Ребят, посмотрите, какой у нас закат. Ярко-розовые облака, и у нас дома вот такой же розовый цвет. Первый раз так. Всем приветик, мы идем из садика, забрала сынульку с Маркушиком. Привет, привет! У нас жуткий ветер. Олежка идет сейчас со своей девчушкой из садика. Вот там они идут, болтают. Хочет еще погулять на нашей площадке. Ну, посмотрим, как погода. Что-то жуткий какой-то ветер, прохладный. На солнышке очень хорошо. У нас здесь проделали дорогу, тротуар. Мы вот сегодня обновляем, идем. У нас... Вот они.
поэтому немножечко облагораживает у нас здесь условия, радует, конечно. Привет, привет! Ко мне приехала сюда моя светулечка с Камчатки. Кто смотрит мои видео давно, вы могли уже прошлым летом видеть ее здесь. Кстати, опять по Поле мы встретились. Ну, Оксаночку вы все уже знаете. Ребята, короче, я сейчас офигеваю, иду за сынулькой в сад с Маркушенькой. В общем, я что-то заглянула в Инстаграм, и у меня, смотрю, 20 тысяч с половиной подписчиков. Я думаю, либо это глюки, либо все дело в сиськах на последнем фото с пародией. Может быть, это из-за хэштега «секси», все подбежали, не знаю, но вас было, по-моему, около 19,9, ну откуда 500 или 600, так быстро, резко, не знаю, может быть, я что-то прощелкала за целый день. В любом случае, всем очень рада, и посмотрим. Сегодня меня, что называется, капитально пропёрло. Я сняла целых 2 видео, сама этого не ожидая. Сначала все экспромтом буквально просто стрельнуло в голову. Быстренько продумала небольшой текст и сняла бьюти-пародию про хайлайтер. А потом, когда я уложила сынульку, и он у меня спал в процессе, пока я делала фото к этому видео, я подумала, почему бы и нет, не снять видео о том, как девчонки делают селфи для Инстаграма. И тут у меня опять буквально посыпались различные идеи. Я надеюсь, что вам будет очень интересно. Мне быстрее не терпится смонтировать эти видео и выложить уже на канале. Классная песня, да? Сейчас с Маркушей едем к Оксане в гости. У нас дождливый день. Стоим на светофоре. Прямо песенка за песенкой хорошая. Люблю слушать радио в машине. Я практически только в машине и слушаю песни. А так, в свободное время у меня только YouTube, только вы. Пипец, ребята, вот зарекаюсь с открытыми окнами ездить в дождь. Чуть-чуть приоткрыла, и меня катили. На лицо попало, везде все джинсы, вся кофта запачкана, закрапана. Наверное, сейчас не видно. Блин! Ну ладно, приняла прохладный душ. Когда Маркуша в лифте, он всегда так радуется, у него дикий восторг. Он смотрит на все эти кнопочки, как все двигается. В общем, лифты — это его все. Он может туда-сюда кататься и хохотать, смеяться, да? И мы идем к Оксанке. Тук-тук-тук. Открывай! Привет! Мы нежданчиком. Заставь себя врасплох, нет? Не будешь меня ругать? Пашусик! Пойдем. Ванну он принимает. Ванну принимает? Ну ладно, принимай тогда Маркушку, я разденусь. У нас онлайн влог. Ты хочешь его тоже, чтобы он компанию составил? Давай, да никуда, мама, не денег сейчас мы тебя. Ты напугался, Маркусик? Сейчас мы тебя разденем, пойдем смотреть, где папа. Где там Пашуська? Хочу показать вам немного супер вещичек, которыми я очень довольна. Для всех тех, кто занимается спортом, будет это интересно. В общем-то, с моего любимого Light in the Box сайта я заказывала себе вот такие кроссовки. Благополучно ношу их в спортзал, занимаюсь обалденной просто. Я очень довольна, потому что они сейчас на лето такие легкие, и здесь вот эта сеточка. Прямо нога дышит, честно слово. И вот такие еще. Это похоже на найковскую модель Air Max, по-моему, если я не ошибаюсь. Тоже крутецкие. Мне нравится, что они такие компактные. И ножка смотрится в них такая маленькая, миниатюрная.
Ну и, конечно же, различные леггинсы для стрип-дэнса. Я обожаю все это менять. Хочу точно такие же еще выбрать в другом цвете, потому что мне вообще нравится вот все такое дырявое, оно стильно смотрится. Вот эти леггинсы Workout с надписью, они более узкие, что ли, не такие удобные, как те. И также я заказывала еще Олежки, различные шортики джинсовые, тоже классненькие, они на вырост нам велики, потому что он у меня такой слишком миниатюрненький еще для них, поэтому оставим их на следующее лето. Еще постельное белье я себе заказывала, я уже стирала его неоднократно, супер. Я уже, наверное, раз пятый заказываю там постельное белье и всегда остаемся очень довольны. Если присматривать различные варианты со скидками, то выходит очень выгодно и отличные качества. Еще я заказывала себе вот такие бежевые туфельки, обалденный цвет, мне очень нравится и удобные они. И также для Глеба заказывала модельку обуви, поэтому, если вам вдруг что-то понравилось, обязательно присмотритесь. Я надеюсь, вам понравился этот влог, буду с вами уже прощаться. Кстати, по статистике, когда в Инстаграм я задавала вопрос, какое из видео вы хотите видеть на моем канале, привет, скажи. Чего подкрадываешься? Вы многие очень голосовали за влог-видео. Поэтому постараюсь делать их почаще. Все, на этом мы прощаемся с вами и скажем вам пока-пока. Пока! Иначе мне не дадут снять нормально это видео. Пока! Пока-пока. Пока!